Что там, запись идет у нас? Да, идет. Давай, давай. Так, всем здорово, пацаны, с вами я, Арти Гриф, и сегодня со мной... Я... Кто я? Я, Русик. Русик. ZZ22-4. Тьфу, блин. ZZ22-4, короче. Сегодня мы будем гриферить. Что мы делать будем? Гриферить сегодня? Мы будем сегодня гриферить Really World. Да, гриферить. Разных нубиков. Несок. Да. Скоро будут видосы тоже по фандайму выходить, но... Но сегодня релик. Сегодня релик. Ну что, погнали? Погнали. Что делать, блин? Короче, у меня есть чел, у меня есть хом, РР. Короче, тут челы, которые... Блин, тут челики, которые меня бесят. Сейчас я быстренько иду, чтобы я тебя... Ты пока ТП принял. Если что, у меня геппл есть один. Золотой, я сейчас эти. Подожди, стой. Запрос отправлен. Я тебя принимаю. Принимай, я тебя... Оп. Всё. Короче, смотри, там впереди есть два челика. Вот. Сейчас, там подожди, я скрафчу челика. Железку. Хотя бы. Немножко, чтобы оборонить. Так. Я крафт прописал, тут я читер. Крафт. Так, шлем. Так. У меня прям на фул железку хватает. Так у тебя есть практически топовая железка? Не, мне нужна вот такая. Во, все, фул железка у меня теперь. Все, погнали. Короче, там впереди есть два чела. Возможно, они в алмазке, но, короче, нужно их загриферить. Там у них пол дома не заприваченный, погнали. У них дом в земле. А, понял. Вот, сейчас ты, наверное, их ники увидишь. Сейчас, где их? И вот они, вон они. Да-да-да, я вижу. Тихо-тихо. Сори, КД дал. А как мы туда? Так, давай. Пойдем? Иди ко мне. Сбегу. Короче, у них вот тут, по идее, не запривачено. Вот у этого дуба. Вот, у них тут не запривачено, вот. Мы можем туда пройти. А, не, запривачено. Что нам делать? Ой, он походу алмазку берет. Да погнали, сейчас мы его сольем, подожди. Да понимаю, ну если хочешь, давай типа подмогой буду. Давай подмогой. Подмога, иди сюда, подмога. А, я понял, как он работает. Он выходит, подожди, все. Он копается сюда, тихо. Лук, быстрее сюда. Ты куда ты убегаешь? Стой, блин. Я посмотреть, может, они там идут? А, давай. Не, они там 100% не будут. Тут магистр! Ебать, тут магистр! Мы убегаем. Ай! Я геппл жру. Давай, погнали, все, даем отпор, нам вообще пофиг. Мы, блин, нубики кит-старте, блин. Вообще, он жесткий алма. Я бы немножко критов только нанес, он меня убил. Убегай оттуда нафиг. Тут дофига драгонов, которые летают. Блин, меня сейчас сольют. Убегай. Мне сейчас когда дадут, и мне ГГ. Откуда там драгоны вообще? Кто их туда напустил, я не понимаю, блин. Кто их туда напустил? Понимаешь? О, все, это плюс. Все, у меня есть. Давай, ты походи ко мне, я тебе дам быстренько этот кит-старт. Да, кит-старт. Подожди, стой, дай я сам скрафчу кит-старт. Ой, не скрафчу, не возьму точнее. Всё, я взял. У тебя есть? Да, я взял кит-старт. У меня он есть. Я себе хотя бы железный мечик скрафчу и этот. И броньку себе тоже. Хотя бы грудачок железный, подожди, стой. Крафт. Грудачок. У меня еще на мечик осталось. Блин, ну первый блин, как всегда, комом, так что не удивляйтесь, пацаны. Ну у меня практически 200 алмазов. Что? Да, реально. А можно мне, пожалуйста, хотя бы алмазный мечик дашь, или там грудачок алмазный? Это на крайний случай, если нас сольют полностью совсем, мы тогда воспользуемся. Короче, погнали на ТП, поехали ко мне. Давай. Окей. Ну первый блин всегда комом, не удивляемся. Не ар. Так, мы тебе не ар, подожди, стой, а как тебе не ар? У тебя какой? А, у тебя магистр вроде. А, авенджер у тебя, да? Сейчас, так. Я, кстати, научился заново команде. Так, тут только лейка есть. Погнали за мной. Погнали. А кто лейка? А, я и лейка, я забыл. Опа-на! Какой ты сосненький. У меня поршни есть. У меня поршни есть, кстати. Ну год что-нибудь попробуем загриферить. А как?
Да я не знаю, как жопа об косяк. Опа. Блин, ну вот пипец, хочется убить челов этих. Не, ну мы как бы в кидстарте, блин, ты понимаешь, что тут просто против нас какой-нибудь нубик, если будет алмазка какая-нибудь нубик, ну при том, что я хорошо пэхусь, и ты тоже, в принципе, нормально. Если против нас будет какая-нибудь нубика алмазка, то это вообще будет. Если против нас будет бани, не, это 100% он будет иметь. Давай, ты пэхусь, я застрял тут. Да, я выберусь оттуда. Ой, дроп. Аирдроп. Не, на него не пойдем, потому что это бессмысленно. Прими ТП. Вот, о, спасибо. На него не пойдем, там смысла нет. Ну да, все, погнали за мной. Погнали. Так, нужно хотя бы кого-нибудь сегодня загрифить. Да, хотя бы чего-нибудь. Это что, зря... Мы что, зря видос запускали, что ли? От меня столько видосов не было долго. Ну, учеба, что поделать. Так, оп. Погнали. Опа, я вижу, подожди, что я кого-то вроде видел, или мне показалось. Сейчас я нейр пропущу. Подожди, стоп. А, это зомби, блин, мне показалось, что этот игрок на шифте стоит. Ах ты собака, блин. Все, минус. Я как-то ходил, блин. Извини, пожалуйста. Нет. А знаешь, тебе это ответ. Уйдет набор в тиму, в клан, иметь ДС, имею мик, иметь микро, иметь донат магистр и выше. Вот, тебя туда зовут. У меня титан. Титан ФТ, у меня герцог. Откуда у тебя титан? Откуда у тебя титан? Мне выдал этот друг, кто? Этот тайгер. Друг тайгер мне выдал, Веркин. А, понял. А ты за что он тебе выдал? Ну, просто так выдал. Реально, нифига тебе везуха. А мне хиро просто так кто-то и выдал. Да-да-да. Там, слушай, знаешь, бани может выдавать вроде от хиро до магистра, наверное. Да, от хиро до магистра. Хелпер от хиро до драгона. Нифига. Да. Где? А, вон. Если бы мой друг был бы хелпером, блин, я тогда у него драгона бы попросил. За какое-нибудь задание. Не, там, ну, хотелось бы, чтобы у меня был император... И мы смогли топахаться к этим, этим, ближе к игрокам. Да-да-да, у императора есть бан и топ вообще абсолютно. Самый крутой, мне кажется, кит. Ну, за четвертое, это хорошо. Игрок. Какой в жу... Где игрок? Вот он, игрок. До свидания, я тут за хлебом к вам пришел. Ладно, пока. Стой. Что? Что? Херобрин? Ай. Там игрок. Погнали за мной. Какой жопа игрок. Там игрок. Погнали, запушим его жестко. Погнали его просто, блин. Погнали. Он вроде меня заметил. Где он? Он там вот, он вон там вот, на деревьях. Сидел. Туда пойдем. Блин, я без модов Optifine играю пока. Я просто на 1.15, на 1.16.5 играю. Ты хрен в меня попадаешь. А, я думала, ты... Ну, сори, я реально подумала. Сори, я администратор. Это вам чивы за беспокойство. Бан на 5 дней. А, нет. Блин. Я подумал, что тут игрок, черный скин, а это овечка черненькая. Это чики-бамбони черненькие. Черненькие чики-бамбони, чики-блюн-блюн. Это негр чики-бамбони. Ладно, блин, мне комментарии будут писать это, оскорбил чики-бамбони. Извините. Расист. Я больше не буду, извините меня, пожалуйста. Я больше не буду. Так, давай пока опять топахнемся на РТП. Я на РТП сейчас. Ты топахайся ко мне. Топахаться? Сейчас. Да. Блин, ну, скорее всего, мы, наверное, никого не найдем. Но потом в конце видео мы немножко попахаемся. Далеко. А что ты сейчас предлагаешь делать? Ну, давай сначала просто каких-нибудь игроков поищем. Но если не получится найти никаких игроков, блин, то... Блин, меня волки убили. Они что, борзые, что ли? Погнали, разберемся. Чё, да меня убили они же. Чё, они борзые? Сейчас я сейчас возьму быстренько кит. Окей, давай.
играем, словно в таблет вычертали меня. Руслан, как насчет поставить какую-нибудь музыку спокойную там? Не знаю. А ты закончил запись? А? Ты закончил запись? Не, не закончил. Она у меня будет идти до хрена. У меня бандикам крякнут, да ё-моё. Давай ты похоть. А, сейчас я тебя... Сейчас прямо... Оп, оп. А, вы уже отправили. О, халабуда. Это мои хоромы. Ну, вот мои хоромы. Да я вижу. Ой, блин, я нечаянно там на огород наступил, домер поругает. Тот самый домер. Тот самый домер снимает видос про нас двоих и говорит, какие же мы дебы. Давай попехаемся. Вот, давай на стейках. Ну, давай. Построй дом. Какой дом? Дом. Ты что, охренел, что ли, блин, за кликер сраный? Давай я тебе покажу настоящую мощь Ахиллеса. Ты точно хочешь этого? Ты точно хочешь этого? Да. Ой. А пока я показал мощь Ахиллеса. Давай быстрее, пока ресы не очистились. Они тут не исчезнут. Нет, тут есть очистка. На релике есть очистка. И на ФТ тоже есть очистка. Но на ФТ она происходит. Ну, на ФТ есть. Но тут нету очистки. А, нету? Ну, вообще зашибись. Тут, ну, вроде тут очистка раз в час, вроде. Ну, там на ФТ тоже раз в час очистка. Чё ты за мной бегаешь, построй маньяк, дом, блин? Построй дом. Построй дом. Ладно, сейчас построю. Так, из каких же мне говна и палок построить дом? Нет, построй вот тут вот его, а не вот тут. Не, построй лучше на холме. Да ё, ну ладно, погнали. А вот том холме, где мы с тобой приветствия проводили? Нет, на этом, нет, на вон том. А, ну это да, это святое. Кстати, а там реально можно. У тебя есть стекло? Пожалуйста, подгони. Стекло, окей. Ой. Но у меня есть только оранжевое. Угу. Стоп, что? Да любое, абсолютно. Надо очистить холмик. У тебя есть кирки? Давай мы каменщики давай. Я, короче, вот этих вот челов, которые на хоме, которые я тебе говорил, которые меня задолбали. Угу. Вот, короче, я с них выбил топовые кирки. На эффективность 5 и на прочность 3. Хорош. Но у меня тоже хорошая кирка с моего кита. Я придумал, знаешь, какой домик сделать? Я сделаю как крот. Хочешь? Крот? Как? Да. Как? Я крот же делаю. Ты чё? Я же. А ты где? На самом деле я Артик. Я крот. А. Вот, смотри, держи кирку. Сделал, отдаю. Смотри, я даю. Хочешь я тебе подгон дам? Стой. Не надо. Ладно. Ты запривать сначала лучше, большой приват. Конечно, я сделаю большой приват. У тебя есть факела? Факела? Нет. Блин. Ну сейчас сделаю, наверное. Сделай. Если там будут, то вообще будет зашибись. Играю, словно в талке, тут чертов маньяк. Блин, у меня такой монитор, в том, что у меня как такое перемещение плавное, такое чувство, как будто это ник. Ну я настроил Майнкрафт под себя, у меня FPS вне записи вообще доходит. Ну вот, у меня 94 FPS было сейчас только что. Вот 66. У меня, если я нахожусь один, мне доходит до 85. До 85. Понял. У меня вообще вне записи где-то 130-137. Ну, 130-128. Где-то так. Так, ну в принципе, двери я сделал, надо еще сундучки поделать. Ладно, я потом палки уберу. Все, я иду к тебе. Давай. А, я тебе стекло еще не отдал. Ух, или не нужно тебе? Конечно. Нужно? А, не, вообще, не надо. Мне факела нужны. Тут живу в конуре, блин, вообще темно. Все-таки первое мое официальное жилище. О, теперь стало немножко посветлее. Как в тюрьме, блин. Так, надо еще заприватить. Да. Так. Тут топорик, вот он, деревянный топорик. Так, а как приватить-то, мне я не пойму. Смотри, короче, берешь, смотри, ставишь вот здесь первую точку. Какую? Где?
Вот здесь вот, первую точку на правый. Да я топорик покупаешь. Да я знаю. Зачем одну? Это не так. А как? Поднимайся. Ну вообще я всегда так сначала под низ копаюсь. У меня всегда так работает. Ну ладно. Значит, неправильно. Короче, ставишь вот первая точка дома. Ладно, если, смотри, если, блин, у меня ресы будут пропадать, блин, я знаю, ты знаешь, что я с тобой делаю. Вот, а теперь идешь сюда, и вот здесь вот копаешь вниз, вот здесь вот вниз. Окей. Точно здесь? Да. Окей. Насколько, всё. Например? Все, поднимайся чуть вверх теперь. Оп. А, нет, все, не надо, все. И ставишь вторую точку дома. Вторую точку дома. Вот. Так, и теперь... А теперь expand, да? 2/expand 30 up. Expand 30 up. 30 up. И expand 20 down. Down. 2/2 Я знаю, Так, и теперь RG Climb, да? Да, RG Climb. И название. Какое название будет? Артик Гриф, почему бы нет? Артик, просто Артик. Стоп, подожди, RG... А, блин, я не так написал. В RG Climb. Все, чекай RG. Все, привачено. Сундук, двери. Подожди, проверь сундук. Не могу. Поставь тут блок. Поставь вот здесь вот блок. Вот здесь вот. В углу. Ой. Я ж тебе говорил, надо по-другому приватить. Ёпти. Блин. Ё-моё, ну ты виноват в этом. Чё? Какого хрена, блин, я виноват? Я ж тебе говорил, по-другому надо приватить. Ты новую хату строй, новую, пофиг. Нет, ну подожди, стой, да я удалю приват, но все-таки я же хомяк. Ой, я же этот... Да? А, пишешь DLRG, вроде Делеты. Так. Делеты, Артик. Артик. Все, я удалил, проверь. Сундук. Иди сюда. Русик, иди сюда, проверь сундук. Я сейчас запривачу по своей тактике. Все. Запривачу сейчас по своей тактике. Окей, все, я пошел уходить, чтобы не знать твою тактику. Давай, хорошо, уходи, чтобы не знать мою тактику. Жесткая у тебя тактика. У меня жесткая тактика. Так, значит, первую точку. Сейчас я посмотрю, сколько раз. Так. У меня 8 стартов. У меня 8 стартов. Хорош. Так, раунд, два. Стоп. Ну, приват, да, отсюда он идет. Сюда он идет. Раз, два, три. Кстати, пропиши вайп. Вайп? А зачем? Ну, слэш вайп. Позач? Ну, просто надо. Ну, вроде вот, подожди, ладно, вайп, так вайп. Вайп. Ну, написал. Необходимо отыграть 36 минут перед использованием данной команды. О, ну, отыграй 36 минут, и получишь топовый алмазный поножик. Ну, зашибись. Может, не понож, может, меч какой-нибудь. Ну, не знаю. Ну, чтобы получить меч, нужен номер. А, ну да, кстати. 3, 4, так, 5... 6, 7. Руслан, блин, не мешай. Теперь ты командой не можешь писать. 8, спасибо большое, конечно. Так. Ну, в принципе, где-то вот здесь вот можно, в принципе, поставить такую лесенку большую. И тебя схавают. Кто меня схавает? Ты что, блин? Охрена тебе, блин. Грань научи. Ладно, шучу. Черный юмор, забей. Ну, в принципе... Не хочу забить. Так. Мама в комнату зашла, извините. Подписота моя. Ого, сейчас домик построю, попехаемся, давай. Го.
Да, на дуэльке просто надоел. О, на дуэльке? Да, на дуэльке. Окей. Я здесь не хочу поехать. Ну, блин, смысла тут даже нет поехать. Так, так, ну, в принципе, вот так нормально, да? Так, я тебя сейчас руком застрелю. Только попробуй. Так, экспант 30, экспант 30, только попробуй луком. А, ты куда заделся? Делает Арчик. Чё, блин? А, это три, стоп. Делает. А, я, короче, сегодня играл, я вспомнил, я сегодня играл. И, короче, я просто так рандом стреляю лук на РТП, и я в какого-то, я кому, какого-то челу дал КТ. А, я понял, подожди, стоп, я понял, как надо. Ты задрал. Все, иди сюда. Стоять, блин, я тут дом не могу запривать, это ты мне мешаешь. Я тебе потом кирку отдам. Ну как отдам? Никогда не отдам, ну ладно. Я тебе отдал ее. Да я отдам, конечно, ты че. Если ты где там? Ты куда закопался? Я тут опять привожу, потому что я опять жопой кверху все заприватил. Поздравляю меня. Только попробую опять. Ну, Руслан, ну пожалуйста, я тебя умоляю. Давай, ладно, пойдем. Не буду. Ладно, не буду, да, не будешь ты такой, да? Ну да, в принципе, тут нормально. Идет, 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 линия, линия, линия горизонта. Идет, 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 идет. И где-то вот здесь, в принципе, можно, можно сверху так построиться и заприватить. Что там стреляешь, Абобус? Что стреляешь? Ты... Да, я не буду, честное слово. Ага, блин. Блин, если еще стрелишь, нафиг, я тебя хэдшотну. Я тебе обещаю. В реал лайф. Стрелишь в Майнкрафте, получишь в реал лайф. Да, я, кстати, знаю, где твой дом. Хочешь, хочешь спалю? Ладно, шучу. Твой дом находится в, на улице Пушкин, дом Колотушкин. И мой тоже. Угадал. Че, серьезно, я не вру, могу показать. Потом я покажу. Че, я не вру. Я пост-1 выделял. Я пост-1 выделял, 100% выделял. Так. Экспант. 30. Экспант. 30 даун. Арчик. Да почему? No region call the four win the name of Arctic. Добавь меня к себе в приват, или не приват? Не получается. Нет. Блин, ну ладно. А как добавлять в приват? А, просто пишешь RG и... Смотри, сейчас я тебе покажу, как добавлять. Погнали. О, все, я понял. Давай я тебе сейчас дом запривачу. Давай. И добавишь меня в приват. Да. Я не буду, честно, там ничего делать. Да окей, мне вообще похер. Это дом, дом. Подожди, стой, да, дай я эту, подожди, дай я сломаю, подожди, дай я сломаю. Зайчик вышел на крыльцо. Стой. Так, факела для домика, чтобы темно не было. Я же все-таки не крот. Не, я крот, конечно, но я не крот. Я артик. Так. Давай домик, короче, привать. Потом я тебе дуэльку кидаю. Раз, точка. С тобой. А, ты этот приватишь, блин, а я тут ломаю. Да. Я дебил, блин. Блин, я думал, ты мне другой домик сам построишь и заприватишь. Оказывается, ты мне этот приватишь. Ну ладно, привать. Пришел зайчик на крыльцо. Так, ну, в принципе, тут вот так вот поставим. Тут вот так вот поставим. Майнкон. Так, тут вот так вот, в принципе, можем поставить. Так, ну тут блоков нету, так. Так, надо вот так вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так, спидран, спидран, спидран. Оп. Во, зашибись. Вот, так теперь не темно в моей каморке. Вот тут ее осветим немножко. Вот, тут каморочка моя маленькая. Надо хотя бы... О, я вижу, заприватил, да, хорош. Да, да, реально, ты хорошо заприватил. Ты хорошо заприватил. Я не могу даже, я не могу войти, да, я не могу ни во что войти. Добавь меня, пожалуйста. Пиши. Я тебя добавил. Ты меня не добавил. Пиши вот так, RG Info. Пиши RG Info. И видишь, где Овнерс, меня туда добавляй. А как? Блин,
В интернете можешь посмотреть? РГ вроде. РГ АДД. Овнер. Вот так. И мой... Название РГ и мой ник вроде так. А если так не получается, то... Смотри, либо... Смотри, вот так пиши сейчас. АДД Овнер. РГ АДД Овнер. Мой ник и название РГ. Если так не получается, то название РГ... А, да, название РГ и мой ник. Короче, так пишу. РГ АДД Овнер. Название РГ и мой ник. Ну, если что, в Ютубе посмотрим. Нормально. Могу сейчас видос остановить. Ладно, когда мне Русик добавит РГ, я врублю видос. Так, меня уже Русик добавил. Так, запись идет. Да, запись идет. Меня, короче, Русик уже в приват добавил. Го в этот. Го в дуэльке. Давайте дуэль отправлю. Не написать. ZZ22. Проклинание. Подожди, что, какой у тебя ник ZZ22? Вот. Так, на какую дуэль пойдем? Классический или стандарт? Гон на классический, там алмазка так быстро. Классик. Быстрая дуэль, сейчас в дуэль на дуэльке мы на такой прекрасной нотке закончим. Да, Русик? Нет. Вообще это ответ. Давай, выбирайся, я тебе дам шанс. Сейчас будем побеждать Скайварсера, который на кит ПВП меня выносит. Как вот этот человек может мне на кит ПВП выносить? Думаешь, откуда жесткий ты заклик? Знал, что я Скайварсер? Откуда ты узнал, что я Скайварсер? Да и, блин, я профессиональный Скайварсер. Я в этом вообще, знаешь, сколько говорил своим подписчикам? Кстати, я комбить научил. Го, я тебе сейчас свою комбу. Давай, выбирайся, я тебе дам шанс, конечно. Чтоб ты так быстро не... Хочешь, я твою комбу покажу? Давай, твоя комба против моей комбы, го. Стой, у меня мало хп, смотри. Меня, короче, на Mystery World забанили на 2 дня за то, что я читер. Типа, я закомбил, и меня забанили. Покажи комбу. Давай твоя комба против моей комбы. Да, у меня одно хп. Ладно, давай на одном хп снеси мне криты. Ладно, го еще одну дуэльку сходим, давай. Тупой. Блин, что сразу тупой? Го еще одну дуэльку сходим. Го стандарт. Ну ладно, гост. Мы сейчас так будем 100 лет пехать. Ну ладно, как хочешь. А это вот так? Моя любимая карта. Все. А что тут паучинок нет? А то еще будут тебя ждать с подписчиками, блин, 5 лет. Погнали, где ты там? Ну, давай. Куда ты там луком стреляешь? Твоя комба против моей, Я читер, да, я знаю. Твоя комба против моей. Давай, покажи всю свою мощь. Покажи всю свою мощь читера. Блин, куда ты от меня убегаешь? Не убегай. А, я понял, что ты настроен. Спасибо, то, что меня забафнул. Ты забафайся, Русик, го нормальная ПВП. Давай, выходи сюда, выходи на серединку. А, ты убегаешь? Давай, твоя комба против моей комбы. Учимся ПВП. Опа, мансим, жестко мансим против лукера. Лукер-тукера, блин. А я еще ни один геппл не съел. И, скорее всего, мне придется сожрать геппл, но не геппл. Я геппл не жру, я только стейк сожрал. Это назвать нормально яблоком, а геппл. Я не понимаю. Тут чарок нет. Нет, чарки есть, конечно, на одном из режимов. Вроде читерский рай или... Ну да, вроде читерский рай. Давай, куда ты убегаешь? Давай, ПВП, давай, настоящая. Мужики, двое, ну блин, не на жизнь, а на нас ты смотришь. О, все, минус. Русик, ты не обижайся, ты топово поехаешь все равно. Иди нахер, я не тебе. Короче, Русик все равно пехается. Ты еще хочешь? Ой, го. Да. Все равно Русик пехается, но мы с ним пехаемся на одном уровне, только он на кит ПВП лучше, а я на фантайме и здесь его лучше. Если мы будем в одном ПВП, на Назаритках, в сферах Афинок, в топовых вообще... Блин. Комба жесткая, Русик, блин. Но скорки нету, меня вот это вот смущает.
Ой, и скорка, да. Да, скорка. Да вообще покупаешь без этих, без бафов. Го без бафа, смотри. Оп. А, блин, тут их нельзя выкидывать, я хотел выкинуть. Подожди, давай захилимся. Погнали, все, давай. Твоя комба против моей комбы, кто же сильнее? Как мы видим, ну, наш подопечный очень... Да ты хрена меня сталкиваешь, да ты шо, блин, читер, ёбан. Да ты, блин, задрал, читер. А, ты хилишь. Я тоже хилишь. Ладно, погнали, все. Я знаю, что как, я знаю, сейчас поле зрения сделаю на соточку. Все, иди сюда, Русик, давай, погнали, попехаемся. Русик, ты где? Давай. Вон он, выскакивает. Давай, Русик, ПВП жесткое. Туда, тебя, домой. А, ты забафался, ну так вообще нечестно. А я без бафов, я одинокий волк. Клуб читеров нафиг. Ну я не читер, сразу говорю, это вон Русик читер. Русик кикал за то, что он играет с читами. Ну на самом деле он не играет с читами, его просто кикнул за то, что он. Стой, блин, куда убегаешь? Стой, не убегай. Я буду до бесконечности убегать. Да ты что? Ты что думал, то что я поведусь? Да. Да ты задрал меня бегать, да ты заебал. Хотелось потереться, блин. Ну нельзя детский контент. Меня смотрят, блин, максимум на один человек. А, не, уже 26 смотрят. Спасибо, пацаны, то, что подписываетесь на мой канал. Спасибо. Ставите лайки. Делайте актив на моем канале. Кстати, спасибо вам. Видел свой актив на последнем ролике, 200 просмотров. Да, я вижу. Спасибо вам, ребята. Кстати, вот, спасибо, Русик напомнил. Спасибо вам, ребята, огромное. Я даже не ожидал, что на последнем ролике, где практически просто мой рабочий стол находится в качестве, просто мой рабочий стол находится, там наберется столько просмотров. Че его так много посмотрели? Там еще ролик на 50 просмотров залетел. Да, он на сотку просмотров залетел. На сотку? На сотку. Не, на две, на двухсотку. А, тут у нас шипы. Да. Стой, я посмотрю, тут шипы есть? Да, тут, а, нет, тут нет шипов. Тут нет шипов. Ах ты, ебать, посмотрите, как комбит челик, ёма, ну сразу читы видно, да? Ну, вообще, я читер, да. Да я вижу. Ну, я знаю, пацаны, если увидите такой никнейм, то бегите. И мой есть еще никнейм. Ну от моего можете не бежать. Но если ты, который меня смотришь, челик вот этот. А как вот, ты меня бьет? А кто меня бьет? Тебя огонь бьет. У тебя, наверное, просто огонь вырублен. Это бассейн. Короче. Че, Руслан, давай заканчивать видосик, что ли? Окей, давай. Короче, всем спасибо за просмотр. С вами был Арти Гриф и Руслянчик. Всем пока.